Предложение от российского производителя, от компании, которая знает все тонкости российской ножки, поэтому для вас предлагает классную, удобную модель с прекраснейшей технологией комфорта. Дело в том, что наши кеды, они сами по себе очень красивые, но еще и имеют две вот такие застежки велькро, благодаря которым вы сможете отрегулировать это изделие идеально по вашей ноге. Достаточно застегнуть всего лишь две вот эти застежки. Ну да, велькро. Назову номер лота 76-262, цена 990 рублей. Звонок бесплатный на сайте discount-tv.ru. Будет очень просто оформить покупку. Два цвета сегодня представлены. Цвет синий и цвет голубой у меня. Прекрасное действительно решение для ваших прогулок, для вашего променада, может быть, даже для каких-то активных действий. Почему бы и нет, потому что кеды легчайшие, выполнены у нас из качественного текстиля. Значит, нога будет дышать. Да, Володя, действительно, нога будет дышать, потому что в основе этого текстиля, как вы понимаете, хлопок. Но при этом этот хлопок очень крепкий. Ты даже такой глухой хлопок слышишь, я надеюсь, да? Дело в том, что этот хлопок будет вашу ножку защищать, особенно ее тыльную поверхность. Но при всем при этом будет обеспечивать дыхание вашей ноги. Потому что этот хлопок дышащий, как вы понимаете, отличное решение для леток. Да к тому же еще вот с такими двумя эластичными, вот такими застежками велькро или же липучками, да? И смотрите, как что здесь таится. У нас с вами внутри под этими липучками находится язычок. Кстати, достаточно широкий, поэтому он тоже будет вашу ножку защищать и закрывать ее. А когда вы наденете эти кеды и застегнете эти застежки, липучки, велькро, то вы поймете, что внутрь к вашей ножке не будет поступать свежий, холодный поток воздуха, не проникнет мусор, какие-то мелкие частицы, песок вам не страшен однозначно, потому что ножки ваши защищены. Но при всем при этом, еще раз скажу, ваши ноги дыхание получают, потому что это крепкий дышащий хлопок. Да, всего за 990 рублей, дорогие друзья, 36 до 41 размеры в наличии. Оксана, давай сразу скажем, как подобрать свой размер. Очень просто, это же российский производитель, поэтому это изделие вы выбираете размер в размер. Великолепно, представляете, как здорово. Эти кеды, они удивительно, удивительно подходят для ножки узенькой, для ножки стандартной, для ножки в самой широкой носочной части, имеющей обхват 24 сантиметра и больше, для ножки, имеющей вальгусную деформацию, выпирающую косточку. Здесь такова конструкция, благодаря которой, еще раз подчеркну и скажу, что самая разная ножка найдет себе комфортное место. И узенькое, и стандартное среднее, и даже увеличенное. Идеальное решение для первой покупки, дорогие телезрители, кеды женские с текстильным верхом. Всего за 990 рублей. Закажите прямо сейчас, пока они еще в наличии. Их очень-очень мало, и цена действительно только в рамках нашего прямого эфира. Два цвета на выбор, напоминаю вам. Цвет голубой сейчас у меня в руках, и есть еще цвет синий. Любой из цветов сегодня доступен вам всего-то за 990 рублей. Продано 20 пар только в этом эфире. В прошлом эфире было продано более 130 пар. Действительно, очень популярное предложение, и я понимаю почему. Потому что вот знаешь, удобство и комфорт совмещено еще и с блеском, с таким декоративным элементом. Давай о нем тоже поговорим, что это такое. Да, у нас здесь такое блестящее напыление, очень интересное решение для меня. Мне очень нравится, кстати, что оно присутствует именно в нашем варианте. Голубой деним и синий деним. И, кстати говоря, прелесть этого изделия заключается в том, что чем больше вы будете носить эту обувь, тем больше она будет становиться привлекательнее. И даже здесь не страшны какие-либо потертости. Так. Кстати, в голубом цвете, как вы видите, эти потертости уже присутствуют. Некий винтажный стиль. Ох. Это очень классно. Очень То есть, действительно, эта обувь, как знаешь, как дорогое вино, которое со временем становится еще более интереснее. Он приобретает свою историю. Так и эти классные кеды. Они не боятся ни загрязнений, как вы понимаете, и не боятся даже возможных каких-то... Оксан, а ты куда пошла? А Володя, я вообще должна просто продемонстрировать, как я выгляжу в этих кедах. Это первое. А во-вторых, поделиться с вами своими ощущениями. Я просто ждала этой минуты, потому что действительно мне хотелось это изделие, эти кеды. Они классные. Ну так, как ощущения? Ну, я тебе скажу так. Дело в том, что на самом деле самые обыкновенные классические кеды я не очень люблю. Потому что мне вот немножечко не нравится, когда, это лично мое ощущение, когда носочная часть имеет вот этот резиновый мысок, да, в кедах. Да, да, да. Мне сразу так ощущение, что меня сейчас должны построить на урок физкультуры. Но в данном случае, как вы понимаете, очень женственный вариант кед. Ну, они, в принципе, спортивные.
спортивными не выглядят, если уж так быть. Но вообще это обувь, да, это обувь полуспортивной группы, это обувь универсальная. За счет вот этих застежек велькро, за счет крупных люверсов, через которые продеваются наши как раз вот эти вот элементы, застежки, велькро, сквозь вот эти люверсы, выглядит очень интересно. Далее, как вы понимаете, конструкция изделия такова, что здесь может разместиться разная ножка. Узенькая, да, и вы максимально застегнете это изделие таким образом, что вы не потеряете его, даже если на велосипеде будете кататься. Даже если вам придется пробежаться, ну, может быть, за общественным транспортом. Если у вас нога более широкая, тоже ваша проблема решена, потому что вы благодаря этим застежечкам сможете добавить пространство для вашей ноги. Я вам скажу, что ничего не давит на мою ногу, потому что это текстиль. И, кстати говоря, этот текстиль подстроится даже под проблемную зону. Если у вас есть вальгусная деформация, вот в этой зоне, здесь тоже решено таким образом, чтобы места для вашей шишечки, для вальгусной деформации, безусловно, хватило. Но и как выбираем обувь? Размер в размер. На мне 38 размер. Длина моей стопы от большого пальца до пятки 25 сантиметров. Вот мой большой палец. Ничего мне не давит. Очень комфортно, очень уютно. Но и самое главное, я даже поскользнуться не смогу, потому что здесь подошва. Правильная подошва, да. Ну вот, собственно, почему эти кеды стали суперхитом. Цена 990 рублей. При всем при этом экономия 900 рублей. Ровно номер лота 76-262.